Особенно клёвым представился для нас январь месяц. То самое время, когда мы готовили мегазамечательный сюжет для будущих защитников Отечества про магазин игрушек «Орион». И запомнился месяц тем, что съемки только внутри, а не снаружи. Ну и естественно, месяц январь самый холодный. Но компьютерная графика показывает, как сюда правильно добраться. Любимое мое сердце, да и всем вами, место в магазине «Орион». Это для тех, кто празднует 23 февраля. А сегодня речь именно о 23 февраля. И вот они, эти замечательные машинки. Дело в том, что я себе затарил машинок и очень много, понимаете? И думал, что машинок хватит мне. И на будущее в том числе. Но не задача. Каждый божий день и каждый божий раз новые машинки. Вообще, и если честно, то я бы каждый месяц это делал для детишек, которые станут мужиками. Да потому что здесь все, что нужно для тех, кто в оконцовке станет на защиту своих ближних. Не стану вам ничего говорить, но я бы вас популял. И пусть это не другие вещи, которые я вам потом покажу. Но дело в чем? Популять можно где? Можно это сделать в любом месте, где есть вода. Потому что сюда наливается, естественно, вода. И уже потом вы делаете и стреляете друг в друга. И честно, только магазин «Орион» предлагает вам то, из чего вы можете пострелять. Никто более этим не занимается, и худо-то бедно, я своему перцу прикупил, пожалуй, все то, что производится оружейными компаниями мира. Ну или 90% из того, что стоит на вооружении. Это только начало. Дело в том, что сейчас этого много, а 23 февраля это будет в большом количестве, то есть в большом количестве выбираете себе стрелялки. Но маленькое вам удовольствие обламингас будет. Дело в том, что этими вот стрелялками надо стрелять, когда вам чуть-чуть побольше лет, то есть, ну, 10 лет, да? Очки надели и начали стрелять, потому что, ух, улыбят они не по-детски. Ну, естественно, обратите внимание, вот это все. Это про то, что я вам показывал. Стреляем водичкой. Оружие оружием, а как с ее доставить? Или просто прокатиться? Да, дорогие магазины есть. Да, в них машины в пределах 15-30 тысяч рублей, а иногда-то и больше. Но здесь-то все то же самое, цена в 5-10 раз ниже и постоянный новый ассортимент. И если у вас есть понятие того, что ваш перец должен быть на том же, но другом, то без «Ориона» вам никуда не деться. Ну вот представляете, да, я в такой машине рассекаю. Это такая клевая штука, представляете? У меня сын, ему нравится, когда папа залазит в такую машину. Но если честно, конечно, папа в такую машину не залезет, а вот для сына это большое удовольствие, потому как вот такой папа, вот такая машина. И это обязательно надо купить вашему ребенку. И вот я вам показываю все вот эти замечательные машинки. Вот те машины я вам показывал, да, это сделано в Белоруссии. Эти машины, это сделано в Китае. Сделаны они, конечно, просто супер. Вот, на 6 вольтах, на 12 вольтах. Для того, чтобы ваш ребенок нормально себя чувствовал и катался. Если бы я бы сказал, что это стоит столько, сколько в детском мире, а там цена такого автомобиля, ну, в пределах так 30 тысяч рублей, то наверняка вы бы сюда не приехали, потому как здесь цена совершенно другая, 6700. И кто бы вам сказал, что ваш ребенок не может себя чувствовать так, как это делает новорусский товарищ? Нет, он будет себя так же чувствовать. Надо только купить ему. А тем более в преддверии 23 февраля не купить такую машину – это просто грех. Ну и отдельная песня «Машины из дорогих». Простите, машины эти дороги в других салонах и магазинах. В действительности то, что где-то стоит 5000 рублей, стоит в 5 раз меньше. Там вы платите за понты, здесь за качественную тачку. О, да, специально переворачиваю, потому как это все то, что лицензируется для свободной продажи фирме Ferrari, фирме Lamborghini. Вот есть тут еще хорошая машинка, я ее, наверное, себе куплю, потому что не увидел раньше такую-то штуку. Так вот, это вещи очень клевенькие, да, понимаете, что туда вставляются батарейки и машины ездят. То есть, в отличие от других машин, которые присутствуют в других магазинах, это
Это настоящие копийные агрегаты. И было бы клево и не только вам ими воспользоваться, а вашему ребенку в том числе. Ну и вот с обратной стороны я вам показываю название, да? Lamborghini, Ferrari и самая клевая штука. Сейчас заберу. Это Bugatti Veyron. А вот без этого мой сын не приходит в Орион. У него таких машин штук 5. Но чтобы прийти сюда и не попутешествовать, и не понять, насколько здесь много того, что нужно, в офигенной площади без поповозки у него не получается. Так вот, для того, чтобы понять, как я люблю своего ребенка, вам необходимо приехать сюда, в магазин Орион. Потому как практически все, и это у меня. Я хочу, чтобы у моего ребенка было все клево. Я ему в свое время показал вот такую штучку. Вот. Но не было вот этих вещей, понимаете? А эти вещи-то сейчас есть в наличии. Вот они. Так, вот они, представляете, да? Поставили, и у вас не только кат по дому, ну потому что это домокат, естественно, это еще и по снегокат, то есть рассекаете. Вот. Ну, а вот такая штука тоже у моего ребеночка есть. И он на ней рассекает, и это было в 2 года. А сегодня он уже на велосипеде рысачит. Тоже клево, ему еще нету и 3 лет. Но, за мной-то в большом ассортименте самокаты, а? Ну как оно, клево, да? Да и я бы разгулялся, но сори, маленькие сюжеты. А вы-то вправе здесь разгуляться. И доехать сюда очень просто. По Советской, до Вокзальной и в сторону старой дороги на Соленое. И проехать это место у вас не получится. Здесь, естественно, направо и второй поворот туда же. И вот вам самое мое любимое место. Магазин Орион. Да. Эх, куда же мой возраст одевать? Хотя, в принципе, что такого сложного? 41 год. Ну, практически 4 года. То есть, все то же самое, что для ребенка. И все это у меня вот здесь, в моих мозгах. Наверное, так и случилось, да? То есть, по мозгам проехали. Но ребячество никуда не делось. И, конечно, бы хотелось и Audi Q7, и Toyota FJ Cruiser, и Audi Q5. А может быть, просто вот так вот сделать, и тоже будет очень хорошо в преддверии 23 февраля.